маленькие пассажиры – одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Важно соблюдать правила перевозки детей. В 2018 году в 70% случаях дорожных аварий дети погибали именно в транспортных средствах в качестве пассажиров. С целью сокращения количества ДТП с участием детей с 1 июня стартовала региональная социальная кампания «Маленький пассажир. Большая ответственность». Я уверен, что мы с этой задачей справимся. Задача важная, все мы с вами не раз об этом говорили, и работаем, подтверждаем, что каждый из нас болеет за это дело. Я уверен, что те мероприятия, которые мы наметили, мы их реализуем. А вы знали, что самое безопасное место для установки детского автокресла посередине заднего пассажирского сиденья? Кроме правильного расположения в машине, кресло еще должно пройти сертификацию и соответствовать росту и весу малыша. Как рассказали автоинспекторы, существует несколько грубых нарушений при перевозке детей. Посадить ребенка на руки, да, это распространенная ошибка, когда особенно из роддома, да, забирают ребенка, и в первый путь его проходят на руках родителей. Не дай бог в случае какого-то дорожно-транспортного происшествия вес тела ребенка увеличивается в 80 раз. Соответственно, мамочка не сможет его удержать. Поэтому вот такие вот распространенные ошибки мы будем стараться исключать. В рамках кампании сотрудники госавтоинспекции проведут на территории нашего городского округа много информационных и оперативно-профилактических мероприятий. Особое же внимание будет уделяться зонам отдыха, дачным кооперативам и СНТ. Екатерина Сусенко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».